Что делать, если родители не разрешают намаз, не разрешают платок? Ну, в первую очередь, конечно же, приказ Аллаха Субхану ва Тааля, а именно покрыться каждой мусульманке и чтение намаза, он не обсуждается, и он должен быть выполняться полноценно, поэтому вы продолжаете читать намаз, вы продолжаете одевать хиджаб, но старайтесь не конфликтовать со своими родителями, потому что все-таки послушание родителями – это тоже религиозная обязанность мусульманина, но намаз является выше. Поэтому, то есть, намаз читаете, но ругаться с родителями ни в коем случае не нужно. Ни в коем случае. Аллах Субхану ва Тааля в Коране даже говорит, ни в коем случае не говори им уф. То есть не перечь им. Но это не касается приказов Аллаха. То есть, есть еще такое правило, есть такое правило в исламе, то, что подчинением творения нету в ослушании Аллаха. Если есть ослушание Аллаха в чем-то, то этим творением мы не подчиняемся. То есть, если родители приказывают снимать хиджаб, то мы не подчиняемся им, так как Аллах приказал нам носить хиджаб, мусульманкам именно. Если Аллах приказал нам читать намаз, то есть какое-либо из творений захочет, чтобы мы не читали намаз, мы его слушать не будем. А в остальном же в бытовых вопросах вы, родители, должны слушать и должны их уважать, любить, ценить.